Всем привет, дорогие друзья! Я знаю, вы просили снять проход Вилс, и чтобы мы вам показали дом всех Хот Вилс. Вот так там. Та-дам! Ну, рассказывай, что это за новый Хот Вилс у тебя появился? Тоже мутант? Да. И что мы теперь будем? Дай хоть посмотрю на него, подожди. Это Hot Wheels гоночная тачка, да, с номером 28. Да? Да. Классный? Да. Ну и скажи, пожалуйста, что можно сделать с этим Hot Wheels? Смотрите. Ого, соединить. Покажи, как они паровозиком гоняют. Такая гусеница получилась, да? Да. Папа, давай ты будешь с той стороны держать, а я с этой. Ну, давай. Давай. Вот здесь вот. Классная змейка получилась. Калюша, ну хорошо, расскажи, что еще можно с ними делать? Как с ними можно играть еще? Вот еще вот так вот можно разделить. Это назад, а это вперед. По-другому, да? Да, а еще вот так вот, смотрите, будет сейчас прикольно. А, вместе их соединить, колечко, да? Браслет. Классно, браслет из Hot Wheels. Да. А ну покажи-ка нам его. Нет, подожди. Ага, класс. Это что, зевнул что ли? Да? Я же ведь это на камеру снял. Молодцы. Надеюсь, это была шутка? Да. Ладно, ребята, всем пока. Напишите в комментариях, какие у вас есть Hot Wheels мутанты, и присылайте свои фотографии и видео. И мы ваши машинки обязательно включим наше видео, да? Да. Ну все, всем пока, Коль. Всем пока. И до встречи, до новых чудесных Hot Wheels машин. Пока. Работы вперед. Подпишись на канал. Подпишись на канал. Лайк поставь. Подпишись. Ну-ка быстро подпишись.